Учения проходят в два этапа 10 и 11 декабря под руководством главы ведомства на 6 учебных точках в разных регионах России. Задача мероприятия, в котором участвовали 12 тысяч человек, отработка практических действий спасательных служб при чрезвычайных ситуациях. Все вопросы, которые будут отрабатываться в ходе учений, приближены к реальным. В ходе учения будут отработаны вопросы взаимодействия органов управления, передачи информации о происшествиях, в том числе с использованием автоматизированных систем, а также практические действия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций. В командно-штабных учениях принимала участие и Смоленская область. По легенде учений, на Смоленщину обрушились снегопады и штормовой ветер. Из-за плохой видимости на трассе М1 автомобиль врезался в пассажирский автобус. Обычно в таких условиях на дороге тут же возникает многокилометровый затор. Дорожные службы и ГИБДД Смоленщины отработали, как обеспечить спасателям возможность максимально быстро добраться на место, чтобы деблокировать пассажиров автобуса и оказать им помощь. Все поставленные задачи были успешно выполнены. Помимо отработки имеющихся спасательных навыков, специалисты тестируют и новые виды спасательной техники, которые впоследствии применяются уже при реальных происшествиях. Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.